Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Лепшее у своей справе. У Гомеля ушановали уладальников звания «Человек года». Головное свято краины, как будут отзначать День незалежности в регионе, доведались наши корреспонденты. Агрогородок у сусветной системе кинопрокату. Личбовый кинотеатр открылся у Светлогорском районе. Подары вышиванку. Волонтеры БРСМ уручают распашонки с белорусским орнаментом самым маленьким жыхарам краины. А зараз об гэтым и іншым больше подробязно. По традиции, напередодні Дня Незалежності на Гомельщині визначають уладальников звання «Человек года». Гэтая спеціальная узнагорода аблвыканкама з 2009-го штогод уручается за заслуги у професійной и громадской деятельности. Хто сёлета атрымаў гэтае ганаровое звання, ведаюць наши корреспонденты. 3 липня – День Незалежности, головное свято белорусской державности. У гэты день 73 годы тому от немецко-фашистских захопников был вызволен Минск. Про 10-годие свято стало не только символом незалежности, але и досягнению и росквиту нашей краины. Тых, кто уносит у гэта особливый уклад, на передодні свято ушановали у областным громадско-культурным центры. Сюды штогод за званием «Человек года» проезжают с розных кутков Гомельщины. И сёлета особливым элементом сценичного оформления стали гербы у всех районов в области. 3 липня яны так само упрыгожаць святочное шесте. У вугле гонорам усёй нашей области у гэты день объявлены 7 человек у 7 номинациях. Першая из них служу айчыне. На сцену запросили у Владислава Доронина, головного инспектора отдела кинологичной службы Гомельской мытни. В органах я работаю с 2009 года в отделе кинологической службы. То есть моя работа связана непосредственно с работой служебной собаки и поиск наркотиков на границе. Приходится с этим бороться непосредственно на границе, не допустить распространения этой заразы, чтобы не попало к нам в республику. Человеком года у номинации «Лидер» стал директор предприемства «Гандаль-сервис» Олег Бойко. Лепшим керовником признанный генеральный директор открытого акционерного товариства «Мазырсоль» Геннадь Богдан. У номинации «Открытё» высокое звание отримала член национальной команды Республики Беларусь по вольной борьбе Мария Мамашук. Путь, естественно, труден, очень тяжел, но это того стоит. Особенно, когда ты стоишь на пьедестале и добиваешься первого места, когда играет твой гимн. Ты гордишься, что ты это сделал, что ты стал первым, что ты прославляешь свою Беларусь, ты гордишься за свою страну. Эмоции переполняют, что ты хоть как-то какую-то частичку вносишь, чтобы как-то прославить свою республику. Спортсмены тоже прилагают много усилий для того, чтобы прославить свою страну. На сцену так само поднялся директор совхоза комбината «Зара» Олег Слинько. Он отримал звание у номинации «Человек на земле». У номинации «Майстер» человеком года стал тракторист-машинист Рычевского комбината хлебопродуктов Виктор Грысь. И нарешті у номинации «Призвание человеком года» стала старшиня областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» Алла Смоляк. Безусловно, такая высокая награда – это, наверное, все-таки какой-то итог и, может быть, даже старт в будущее, потому что за этой высокой наградой стоит огромный труд сотрудников областной организации, районных организаций. Это огромное количество волонтеров. И, безусловно, это наш президиум областной организации под четким руководством Владимира Александровича Привалова. И очень, конечно, знаменательно, что в такой самый главный праздник Республики Беларусь я удостоена такой высокой награды. Каждый из них унес свой уклад в развитие региона, досягнул наибольш прикметных выников профессийной и громадской деятельности. У вугле за годы існавання гоноровых звание «Человек года» его удостоены больше, как 60 жыхароў в области. Але няма сумнения, у достойных людей на гомельской земле шмат. У будучыні яны напэўна покажут себе, а некоторые так само будут стоять на этой сцене, атрымліваючы высокое звание «Человек года». Ганна Ковалева, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Еще одно перадсвяточное мероприемство отбылось на Аллее Героев, якая является символом великого ратного подвигу советского народа. Это памятное место символизует мужность и героизм наших земляков, а так само бережливо заховывая величную память об войнах-вызволителях, чей лёс был связан с Гомелем. День незалежности объединяет представников усих поколений. На Аллее Героев сотни людей. Яны пришли сюда, каб отдать данину памяти воинам, якія ценой своего життя подарили нам свободу и будущее.
будучыню. На урачыстым мітынгу ветэрана, кіраўніцтва вобласці і горада, працоўных калектываў, праваслаўнай царквы, грамадскіх арганізацый і моладзь. Яны ўшанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання, усклалі вянкі і кветкі да мемарыялу. Трагічныя факты нашай гісторыі не губляюць свайго значэння для кожнага новага пакалення. Мы адзначаем усе даты, звязаныя з вялікай айчыннай вайной, а дзень незалежнасці шануем асабліва. Людзі, якія ў свой час самааддана перадольвалі выпрабаванні ваеннага ліхалецця, прадэманстравалі сваімі подзвігамі, што ў беларускага народа заўсёды быў, ёсць і будзе запас трываласці. Шанаваць і захоўваць адваяваны такой дарагой цаной мір на нашай роднай зямлі – наш святы абавязак. От лица молодежи хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам за то, что мы обладаем способностью воплощать свои мечты в реальность, жить под мирным небом и достигать вершин. Хочу пожелать нашим ветеранам здоровья, счастья, побольше улыбок и хороших впечатлений. Дарэчы, ад галоўнага свята нашай краіны Дня Незалежнасці нас аддзяляюць прыкладна суткі. 3 ліпеня на ўсіх буйных мемарыяльных комплексах пройдуць мітынгі і цырымоніі ўскладання кветак. Урачыстыя мерапрыемствы ў Гомелі ў 10 гадзін раніцы адкрые святочнае шэсце з удзелам ветэранаў вайны і працы, кіраўніцтва рэгіёна і гараджан. Сёлета відовішча будзе асабліва маляўнічым. Наперадзе калоны пранясуць 22 гербы Гомеля і ўсіх райцэнтраў, а таксама ручнікі з іх назвамі. Шэсце дойдзе да вечнага агню, дзе адбудзецца мітынг і цырымонія ўскладання кветак. Затым свята працягне забаўляльная праграма. Яна будзе суправаджацца выставамі, горадам майстроў, атракцыёнамі, музычнымі і інтэрактыўнымі пляцоўкамі. Мы приглашаем гасцей праздніка на свята вышыванкі, которая пройдет на улице Ланге возле здания медицинского университета, состоится праздничный концерт. Кроме того, ожидает гостей большая выставочная панорама, подготовленная учреждениями среднего специального образования, профессионально-технического образования. Свои выставочные панорамы представят районные центры Гомельской области. Завершить святочный день в областном центре акция «Спяем гимн разом». Кульминация программы станут фейерверки. Яны отбудутся у 23 годины во всех районах Гомеля. У Светлагорскім районе открылся первый в Украине лічбовый кинотеатр, размещенный у агроградку. Кинотеатр-спадорожник у Чырковичах стал подарунком мясцовым жыхарам до Дня Незалежности. Зала различена на 120 месцев. Экран дозволяет глядеть фильмы у формате 3D. На реализацию этого проекта спотребилось около 6 месяцев и больше 180 тысяч рублей. На урочистом открытии побывал Дмитрий Котов. Агроградок Чырковичы – населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой. Зараз умовы проживания стали еще больше комфортными. Спис пераваг дополнил новый кинотеатр. Для церемонии урочистого открытия организаторы подрыхтовали сапраўднае шоу. У программе выстава книг, по яких сняты знакомитые киноадаптации, викторина по истории сусветного кинематографа и постановка по мотивах ведомых фильмов. На открытие первого в Украине кинотеатра у сельской мясцовости спотребилось около 6 месяцев. И зараз жыхары агроградка могут наведывать премьеры головных киностужек у один день с киноаматорами усяго свету. Я с уверенностью могу заявить, что агроградок Чырковичи сегодня включен в мировую систему кинопроката, потому что все самые громкие мировые премьеры, они будут идти здесь наравне с крупнейшими культурными центрами как мира, так и нашей страны, так и нашей области. Репертуар кинотеатра «Спадорожник» будут складать новинки сусветного и белорусского кинематографа. Первым глядачи убачили айчинный фильм «Тень ворога», який недавно вышел в прокат. Его представили стваральники стужки режиссер Игорь Сяньков и автор музыки Юрий Северин. Такая полная зала, спадзяюцца, у Гомельки на видеопрокате будет на каждом сеансе. Тут, до речи, шакают глядачов со Светлогорска и злику отпочивающих у мясцовой здравницы. Да, конечно, будем приезжать, потому что кинотеатр очень понравился, а само оформление красиво очень, залы невероятно классные, классно очень. Коли проект окажется запотребованным, кинотеатры у сельской мясцовости могут заявиться и в других районах. Не исключаю такой возможности, потому что политика нашего государства и политика, которая вот объявлена Министерством культуры на расширение именно вот этой социальной услуги –
именно цифрового современного кинопоказа, чтобы сделать эту услугу доступной жителям каждого района. Это может быть как райцентр, это может быть и крупный населенный пункт, как агрогородок. Поэтому я думаю, что у этой практики все-таки есть светлое будущее. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель», Світлогорський район. До Дня незалежності Україні проходить акція під назвою «Подари новонародженому вишиванку». Її організатори, волонтери БРСМ, навідують родильні доми і уручають новоспеченим білорусам розпашонки з національним орнаментом. До речі, усі вишиванки волонтери шили своїми руками. Так, група активістів Совєтської районної організації БРСМ побувала у Гомельському обласному клінічному родильному домі. Там волонтери повіншували матір з головною у їх житті подією, а затим уручили подарунки. Віншування приймали 15 матій, некоторі одразу вирішили примірити обновку на малих. Акція стартувала 15 червня, а напередодні Дня Незалежності вона досягне кульмінації. У передсвяточні дні заплановано каля 20 таких доброчинних мероприємств. А непосередньо у День Незалежності віншування і подарунки будуть приймати у Світлогорському роддомі. Звісно, приємно, дуже і трепетно, коли вас пам'ятають, люблять, заботяться держава, і навіть в канун праздника. Білоруський республіканський союз молодежі, депутати прийшли поздравити мамочек і діточок. Спасибо. Конечно, это очень приятно стать участником акции, находясь в этом роддоме. Спасибо вам большое. Надеюсь, это будет большая память нашему малышу. Будем лазить, будем носить. Это же оберег. Символ вышиванки, орнамент, это нам передалось от далеких предков. Поэтому мы должны нести это уже начиная вот с маленьких лет. Міжнародний дитячий лагер «Міру і дружби Криничка-2017» урочисто відкрився у Рогачовському районі. Гетий лагер став візитною карткою обласного відділення Білоруського фонду «Міру». Криничка штогод збирає підлітків з Білорусі і приграничних держав. У гетім годі пройде 25-та юбілейна зміна. З місця події наш наступний сюжет. Міжнародний лагер «Сябровство дітей і молоді славянських народів Криничка» проводиться Білоруським фондом «Міру» ось уже чверть стагоддя. Неколі все починалося з 9 отрядів місцевих школьників, зараз їх уже 25. Проєкт давно набив масштаби міжнародного, але різні славянські мови, що розносяться навокал, не перешкоджають підліткам розуміти один одного. Приїжджаєш першого разу, ти відчуваєш ці емоції, що тебе постійно переповнюють, ці люди, які настільки відкриті, так дружелюбно до тебе ставляться. І тобі знову хочеться пережити це ще раз, хочеться знову подружитися з людьми, хочеться знайти нових співрозмовників. Кожен рік приїжджаємо, знаходимо нових друзів, і от атмосфера от ця і торжественна, і тепла, і дружественна, гітара у костра. З хлопцями із «Моноліта» і команда «Факелу» з Курська. Дуже дружимо з ними. Общаємося в соціальних сетях, в ВКонтакті є група «Криничка», в якій ми спілкуємося зі всіми хлопцями з лагеря. Більше як два десятигоддя на мальовничому березі озера під назвою «Добре» лідери молодіжних об'єднання розбивають літній лагер. Церемонія його відкриття примушує серце біться частіше. По черзі вирішено гучать державні гімни трьох славянських народів, узнімаються стяги країн-удільниць. Сьогодні міжнародний лагер зібрав біля 300 активістів дитячих і молодіжних клубів з регіонів Білорусі, Росії, України. Зустрітися з давніми сябрами, спіткати нових приїхали підлітки Санкт-Петербурга, Курська, Московської і Житомирської областей. Головне наше завдання — это укрепление и расширение дружбы. И когда ребята уезжают, вот мы стоим здесь на Бугре, отряды же не все сразу, допустим, украинцы немножко раньше уезжают, там с Москвы, просто дети плачут. Потому что за этих 9 дней они так, значит, сдружатся между собой, вот, что не хотят разъезжаться. И даже просят, как бы еще продлить дня на 2-3. Сьогодні у рамках лагера «Міра і сябровства» пройдуть фестивалі творчості національних культур, День міру і сябровства, спортивні свята, інтелектуальні конкурси, миротворчі зустрічі і творчі майстерні. Удільники юбілейної 25-ї зміни напишуть нову історію літопису «Кринички». Підлітки будуть креативити, споборничати, відкривати нечто нове для себе і, звісно, марити про нову зустрічу. Та атмосфера, яка царить, вона нас, дорослих, повертає в дитинство. І нам, знову ж, хочеться окунутися в ті часи, коли ми, ну, жили больше не умом, а сердцем. Действительно, у нас не было границ для общения. То, что здесь происходит, я думаю, что событие не менее важное, чем на самом высшем политическом уровне, когда наша страна стала площадкой для миротворчества сегодняшний день, для большого политического миротворчества. То здесь площадка как раз-таки для тоже большого,
но детского миротворчества. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачевского района. У Гомельском областном драматичном театре отбылась премьера спектакля «Дракон». Свою версию знакомитой одноименной пьесы Евгена Шварца представил режиссер-постановщик Санкт-Петербурга Олег Молитвин. Его авторское бачення прикметно отрознивается от ее звыклого воспримания. На сцене разгортывается остро психологичная история, где персонажи перестают быть просто казачными. Яны подаются у новой трактовцы и отримливают человечее обличье. Надают видовищности спектаклю «Дракон» декорации, гуковые спецэффекты, музычные и хореографичные нумары, якими он сопровождается. У постановцы задейничана большая частка трупы Абл-драмтеатра. Как признается российский режиссер, працавать с нашими артистами ему было вельми комфортно и приемно. Меж тем, это уже другая постановка Олега Молитвина на гомельской сцене. Летость под его керавництвом глядачи убачили незвычайную версию шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». И она выкликала немало дискуссий и глядацкое одобрение, особливо у молодых театралов. Премьерный спектакль «Дракон» различен на широкое коло глядачов, и он будоражит фантазию и наводить на пылные думки. До того ж, режиссер не делит персонажей на добрых и дрэнных, что так само заявляется своеобразной глебой для разважаний. Наш спектакль как раз таки направлен именно на то, чтобы люди задумались о чем-то, чтобы каждый увидел какую-то свою историю в этом, потому что здесь много слоев, много подтекстов, и каждый может найти в этом отражение себя, своих видений мира. Мы определили жанр как «Реквием по мечте», поэтому это сразу же несколько определяет, что нужно как бы готовиться к какому-то такому, ну, более серьезному диалогу со зрителем. И наприкінці выпуску об тим, какие сюрпризы до свята рыхтуе на дворе. Тим, кто планирует наведать массовые мероприемства под открытым небом, варто взять с собой парасон. У День Незалежности 3 липня по области чакаются короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Порывы ветру могут досягать 14 метров за секунду. Огле будет воблачно, однако с прояснениями. Температура по ветру днем чакается от плюс 19 до плюс 25. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Святлана Князева. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.